Toyota Corolla. 2008 года выпуска. Пробег 168 тысяч километров. Передний привод. Бензиновый двигатель объемом 1,6 литров. Мощность двигателя – 124 лошадиные силы. Роботизированная коробка переключения передач. В комплектации автомобиля. Тонированные стекла, легкосплавные диски, галогеновые фары, противотуманные фары, обогрев зеркал, подогрев передних сидений, зеркала заднего вида с электроприводом, передние электростеклоподъемники, задние электростеклоподъемники, антиблокировочная система, подушка безопасности водителя, подушка безопасности пассажира, тканевый салон, 16-дюймовые легкосплавные диски, усилитель руля, климат-контроль,